В Московской области участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлен очаг произрастания дикорастущего каннабиса. Участок с наркосодержащими растениями площадью около 1 гектара располагался в поле неподалеку от одного из населенных пунктов. Согласно заключению эксперта, изъятые образцы являются коноплей. Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали на месте дурман-траву. Количество уничтоженных растений превысило 150 кустов, а общий вес составил около 25 килограммов.